Всем добрый день. У нас уже как утро, и мы начинаем разогревать завтрак. На завтрак сегодня у нас пюре с сосиской. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а я пойду кормить маленьких, а Света разогревает остальным кушать. У нас на улице минус 16 градусов. Холодно. Там Ванюшка. Сейчас я попробую вам приблизить его. Ой, привет, привет, машет. Привет, 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 моя Зоя. Расстроился, мама в магазин пошла, его дома оставила, не взяла его на улицу. Ну, а мы идем. Катя ушла за хлебом, а мне надо по другим делам, ну, по своим женским, сходить в магазин. Тайсон. Тайсон. Сегодня на кашу опять ему варить большую кастрюлю, чтобы на несколько дней ему хватило, да, Тайсон? Ой, мой холёсый. Тайсон. Ладно, идем в магазин. Сходила я в магазин, иду уже домой. Купила какой подарок для Вани. Завтра у меня у Вани день рождения. Будет ребенку 3 годика, и он старше станет. А сейчас иду домой, надо спрятать пока подарок, чтобы он его не увидел ни в коем случае. Тайсон! Ух ты мой Тайсон! 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 Мальчик мой! Скажи всем, кому не нравится, что со мной разговаривают, да, скажи и не смотрите, да, Тайсон? Да, ты мой хороший мальчик, да. Ты прям говоришь мне? Да. Ой, Тимой. Ладно, идем домой. Так, затопили печку, поставила воду. Это буду макарошки варить. Здесь воду, посуду мыть. И будем еще гуляш делать из свинины с курицей. Ну, может быть, в томатном соусе к макарошкам. Вот такой вот будет ужин. Ну все, приготовила я ужин. У меня получились макарошки с гуляшом. Гуляш из куриного и свиного мяса с томатной подливкой. Вот, всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а мы пойдем кушать. Всем добрый день. У нас новый день, новый влог. Снега навалило. Егорка сейчас дрова натаскает. Так, там Ванюша. А потом будет... Пока! Сегодня у этого человечка день рождения, если кто помнит. Сейчас Егор дрова натаскает в баню, а потом будет дорожки чистить. Я пошла в магазин, посмотрю коржи для торта и сгущенку. И девочки сами сделают ему тортик. Ладно. Бредем по этим тропинкам, пока не чищены. Муж на работе сегодня. Поэтому Егорка у нас один за всех и все за одного, да, как говорится. Тайсон, привет, мой хороший. Привет, мое солнышко. Сходила я уже в магазин. У нас, ребята, сегодня минус 14 градусов. Сегодня у нас, кстати, воскресенье, потому что иногда просят даты называть, а то они путаются. Какой день заснимала на одно видео, там получилось несколько дней подряд, и они думали, что это все в один день. Ну ладно, не об этом суть. Сегодня 17 января. Сегодня у нашего Вани день рождения. 3 годика. И я сходила в магазин, купила торт. Ну вот, ребят, представляете, мальчику розовый торт.
Ну, больше там был еще оранжевый, но он апельсиновый вкус, я не стала брать. А этот вкусный мне нравится. 260 рублей. Вот такой торт. Купила 2 литра молока. И сейчас с морозилки достала мясо. Вчера делала рожки с мясом. Детям понравилось. Но только они сказали, мама, не ложи лук. Без лука, но с морковкой сделаю. Да, Света? И для супа мясо еще достала. Второе, короче, сделаю. Первое. Молочко. Сейчас кофе попью. И тортик. Сейчас деток посажу чай пить с тортиком. Пусть кушают. А сама буду затапливать печку. Егорка у меня воду в баню таскает. Буду затапливать печку. Будем варить, кушать. Всем привет. Привет. Сегодня мы опять гуляем. Мы-то в снегу купались, мы будем в снегу, то есть лежали. А Машка снимает. Да, я пиратик сегодня. Я ледянку нашла. Мы нашли ледянку. Мы ее сто раз искали и не могли найти. Она оказалась в снегу. Еще тут должна быть другая маленькая ледянка. Она на горке. Лопатку нашла. О, лопату мы тоже искали. Все, ребята, мы все сделали, теперь мы идем домой. Пока. Дорогие друзья, сегодня у нашего Вани день рождения, да, Ваня? Да. Да, и нашему Ване исполняется сколько, Ваня? Два. Три пальчик. Подожди. И мы хотим Ванечке подарить вот такой вот тортик. И Ваня, да, задул уже свечку. С днем рождения, сына. Давай. Ваня, а мама тебе хочет подарить большой вот такой вот трактор. Держи. Тебе нравится? Иди, Света, там с ним распакуйте и покажите, какой. А я пока нарежу тортик. Давайте. Катя, иди помогай распаковывать. Я же нарежу. Да. Ваня, распаковал. Покажи Свете, какой у тебя подарок. Там человечек. Угу. Там человечек, вон. Да, там человечек, Ваня. А я пока тортик нарезаю. Опа. Катя, тарелочки давай сюда. Так. Вот такой вот, ребята, тортик в разрезе получается. Очень вкусный. Куличек. Да. Держи. А, нет, там есть одна такая уже. Сейчас всем, чтобы понемножку досталось. Мама, у меня такой вот. Да, сейчас. Даже мама такой хочет слышать. Сейчас всем достанется на Марина. Маленький. Вон, Даренька. Сейчас всем достанется. Ложечки, Маша. Как он будет есть ложек? Ой, какой он жиденький. Егор, ты берешь. Угу. Егорка на улице снег у нас чистит. Сейчас мы ему тортик тоже отложим. Там посыпка. Да, посыпка. Я его в комнату поставила. Так, поставила. Мама! Уже. Тарелки мне сюда, тарелки, и потому что он жиденький, я не смогу. Мама. Так. Мама. Смотри, какая посыпка. Да, Ваня. Мама. Сколько тарелок? Ой, какой эти Ване подарок подарили. Покажи, Ване. Ваню, покажи, Ваню. И вот такой вот у нас получается сладкий торт. Будет всем. Все будут кушать тортик с конфеткой. Оксана, вкусный тортик? Ваня, тебе машинка твоя нравится? Да, давай покажем получше. Вот такой вот у него. Да, копать, да, Ваня, надо? А эту акулу тоже Ване дарили на день рождения, да, Ваня? Да. Тут наша Ксюша стоит. Мишка лежит, что нам присылали. Всем приятного аппетита! Что, Маш, делаешь? Раскрашиваешь? Можно посмотреть? Я тоже хочу.
Это что за раскраска у тебя? А, вот такая вот. А ты, Катя, покажи, что раскрашиваешь. Дай посмотрю. Маша, кстати, вот такой вот я набор подарила, если кто спрашивал, то мне... дай мне сюда. Так, вот это вот Катя раскрашивает. А что у тебя за раскраска? Открой, Кать. Я не вижу. Тоже, который из Германии писал? А вы что, специально... Какая красота, Катя, у тебя так много тут уже раскрашено. Покажи, что у тебя раскрашено. А, это самая... А, обложка где? Обложку, обложку покажи, какую. Вот такая вот обложка у нее. Какая красота. Молодец, Катюша. Умница. А это что такое? Это как-то странно. Немножко. Ну, по идее, нормально, да, деревья такие. Ты в интернете посмотри, как все раскрашивают. Даже видео про это снимают, как раскрашивают раскраски. И ты бы тоже смогла. Экшн-камера же у нас есть, вот на нее бы и можно было бы снимать. Напишите в комментарии, хотели бы вы такие посмотреть или нет. Мама! Да, Маша? Маша скоро будет на свой новый телефон снимать. И сейчас ты ее туда раскрашиваешь. Мама! А у тебя, Маша, есть что-то раскрашенное? Тут еще есть, смотри. А, там еще есть? Ну-ка, показывай. Нет, там есть повтор. А, и это все. Повторки, все. Да. Молодцы. Маша, подвинь сюда свой набор. Вот такой вот у Маши набор. Потому что спрашивали, подарила ли я Маше на Новый год набор. Вот он. Тут фломастер, линейка, ластик. А там что у тебя было, клей? Привет. Ты его выкинула, да? Он вытек. Скрепочки в наборе идут, вот такие вот. Краски. Ножницы сломались, выкинула, да? Степлер, точилка, карандашики такие, губка и восковые карандаши двух видов, восковые мелки. Мы когда-то такой же Свете покупали, но у Светы чуть-чуть было дороже, чем у Маши. А, там еще что-то есть? Да. Там линейка и палочка. А, это кисточка. Кисточка-карандаш. Да. Это для красок, видимо, да? Ластик. Ну, ластик-то я показывала. Тебе, Маша, самой нравится, скажи, этот набор? Да. Маше самой очень нравится этот набор. Фломастеры тут у них лежат. Ну вот, девчонки занимаются. Марина, а вы что, так и не съели тортик? Ваня, ты что, весь в конфетке уже? Какую конфетку, Марина, ты ела? Покажи. Ананасовую. Ой. Ну, всем дали конфетки, молодцы. А у нас на улице минус 14 сейчас. Егорка баню затопил. Ты что такой чумазый? Ну-ка нормально скажи, скажи. Я Тарантин. Тарантин, молодец. Скажи, я хорошо говорю, да, Ваня? Ладно, дорогие друзья, всем, у кого сегодня день рождения, всех поздравляю с днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья и всего-всего самого хорошего. Пока. Давай, пока-пока.